Хорошо. Ну, говори. Молодой человек, здесь съемка видео запрещена. Камеру убери. Нет, ты неуверенным голосом говоришь. Дорожки еще более-менее. Терел, мы будем идти по мокрым. Видишь, тут вообще все в порядке. Ну, конечно, горные реки, тут нормально все это. Блин, тут говно, аккуратно. Я говорю, горные реки вымывают нормально тут все. Ездили, да кони тут ходят, что ли? То поезд. Ну да, тут много разных стежек. Нет, это вообще указательные метки. Ну, это знает тот, кто может расшифровать, а мне обычно. А там другая метка была, чуть ближе. Запах такой какой-то хвойный, знаешь, лесной. Ну, какой-то сладкий такой слегка. А вот это нужно задокументировать. Тут даже мангал кто-то ставил сзади.
А ты просто протри. Это, скорее всего, на линзе что-то. У меня такое бывает. Все, будем опускаться к нему. Нет, тут еще цивильная дорожка, да? Главное не полететь вниз. Нормально. Скорее всего, из-за праздника немного людей. А так, да, тут приехал, и можно идти уже и в 5 утра, и в 6 утра. Держи, все, я настроил, просто на меня направишь и все. Как взять наоборот? Ну, ей должно быть вот, а, вот так. А, я не знаю, я понял, вот это кольцо крутил постоянно. Какое кольцо? Ну, а? Вот это. Сейчас прошло, чуть даже солнышко вышло. Сначала парень. Я тоже об этом. А ну, сейчас я попробую. Зум. Ну да, реально работает. И не в ту сторону. В общем, в начале января пала моя сестра Оля в ДТП. Поздравляю. Вот просто держи камеру. На, Олег, просто камеру подержи. Подожди. Давай. Касса снизу по тропинке. Все, вот, просто подержи.
Давай. У тебя голос, как будто ты 100 лет курил только что. Спасибо. Я включил. Много времени. Видно город? Видно город? Ну да. Ну просто вот так выше подними, чтобы мне там, да. Видно город? Все. Ты можешь перестать спрашивать, видно ли город? Потом посмотришь. Олег, у тебя руки тряслись, как у контуженного. Надо было снимать с ногами всего. А еще ты оператор, ты не должен говорить. А тут лучше вид. Видно, как машина. А, ну нам и так видно. Вид не передать словами. Включил. Первая наша табличка. Дошли. И там бабушка продает билеты. Сейчас я даже здесь сниму. А уже бабушки нету. Вот. Цена. Вот тут сидела эта бабушка, которая продала билеты. Теперь на Колю. Холодно? Конечно.
Здравствуйте, уже нахожусь в Ивано-Франковске. Олега провел и буду вести съемки только на Canon G7X. Аптека низких цен. Здорово, молодь, гідна нація. Ukrainian architecture.
Даже такой Ивано Франковск бывает. Очень низкие застройки домов. На троллейбус. Лекарня. Вообще такая сильная тишина. Даже и не верится. Вообще ничего нет, вот такой только город и все. Скат. Парковое местечко.
Наподобие ремонта что-то.
уже иду к дружбе народоварки.
вот и платформа Иголи.